Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои летние воспоминания. Запомни, как только появляется возможность, отправляйся в путешествие. Потому что когда ты путешествуешь, ты всех бесишь. Если мужчина дарит тебе звезды, пусть минет ему делает ветер. Сегодня уже вторник, завтра среда, потом выходные, потом работа, потом Новый год. Весна скоро, старость, солевые отложения, ревматоидный артрит, долбанный вторник. Громкий храп оглушил всю Антарктику. На бескрайних просторах, на фоне живописных пейзажей, прилег поспать тюлень. Мам! Сегодня никуда не пойду. Меня, конечно, никто никуда и не звал, но я бы и сама не пошла. Это я. Красотка я. Красотка, конечно.